со снегом. Снова солнце на этих улицах, оно будто слепит глаза мои, если не щурится. Это встреча с весной и прощание хмурой зимы. Ночи стали как дни, а дни как волшебные сны. Много ходим по краю, от ада до рая. Молодых стаи взлетая, быстро сгорают. Я не хочу повторения сюжета, и мною схвана эта грусть. Все глубже лезет внутри куплета. Жгу жизнь и резину, ращу невидимые дреды. В поиске позитива гоню прочь горькие беды. Бреда, кто-то залип и не прошел по кастингу. Вместо добрых идей двигал килограммы пластика. Зря, наверное, все новая симка в телефоне. Бывшие отрицалы поют песни дяди Вове. А так не стать в законе, только овцу в загоне. Выключаю эту ересь, зря он гонит, мы не кони. Давно не думаю, уже чтобы рвануть стоп-кран. Не жаль тех, кто ноет за что. И я очень устал, пусть реально не мега, но я и не стар. Становился углем, при этом в зеркале четко видя кристалл. Прошиваю бой со всем, что отражается в глазах. Будет ли снова подъем? Почему опять крах? Все как у всех, бро. Добро и зло, и здесь каждый прав. Вопросы в стихах ищи, ответы в сэмплах, ребята. Ты раньше был как камень, бро, теперь тебя как масло мажет. Это Кидок Продакшн, это Кидок Продакшн. Даром не нужно ваше, но и за свое будем ебашить. Это Кидок Продакшн, это Кидок Продакшн. Сделан в России бит тем, кто не местный Made in Russia. Это Кидок Продакшн, это Кидок Продакшн. Визера в Штаты, жит в Израиль, мне на местности краше. Это Кидок Продакшн, это Кидок Продакшн. Моя родная местность, где я родился и вырос. Грязный бизнес мегасити любого готовит на вынос. Плюсы встречаются, но минусы все-таки чаще. Минусы, минус это плюс, оставайся настоящим. Не бери в лицо, много на плечи, толпой легче. Когда вдох взрывает башню, контролька печень. Ну это не в треке, давай лучше при встрече. Боль каплями картечи ложится мне на плечи. Слышу, как кто-то все время меняет веру. Мечутся как шакалы, но я-то знаю свою меру. Знаю, долой цвет серый, думал всегда быть первым. Старался верить людям, и не напрасно, наверное, неприятно так. Снова давит зиплок на яйца, но верится еще, что все это скоро исправится. Не изменил себе и не курил, табак невкусный, но дым и так пол морозилки, поэтому хуй с ним. А кто-то не поймет и захочет услышать в итог. Почему 31 и что же это за кидок? Как лавы поток, как разряда ток, как каток. Слова асфальтом стелит на жирный биток. Со мной семья и команда, команда. Внутренняя мощь бывает сильнее орудия танка. Братство не похожих, как дьявол и Санта. И как бы не было ни странно, по-любому это главное. Раньше был как камень, бро, теперь тебя как масло мажет. Это Кидок Продакшн, это Кидок Продакшн. Нам не нужно ваше, но и за свое будем ебашить. Это Кидок Продакшн, это Кидок Продакшн. Сделан в России бит тем, кто не местный Made in Russia. Это Кидок Продакшн, это